Что ж, хорошо, давайте теперь перейдем к следующей теме нашего курса, в котором мы изучаем доктрину о человеке. И практически все, если не все, что касается этой темы, вы можете найти в своих конспектах. Поэтому давайте начнем с того, что записано у вас на странице 48. И мы с вами рассмотрим вопрос о передаче нематериальной сущности человека. И здесь мы с вами будем говорить о чем-то очень-очень конкретном. Речь не идет о происхождении человека, о его сотворении. Речь идет о том, как каждый человек после Адама получает нематериальную часть. Речь идет о том, как эта нематериальная часть передается от поколения к поколению. Мы знаем о том, как вновь появившийся человек получает свое физическое тело путем естественного размножения. Но вот вопрос вот какой. Как вновь появившийся человек получает свою нематериальную сущность? И вот вы видите, что в ваших конспектах представлены четыре основные теории, которые пытаются ответить на этот вопрос. И первая теория — это теория, которую христиане не должны разделять, и христиане эту теорию не разделяют. Это теория предсуществования. Согласно этой теории, утверждается, что нематериальная сущность человека существовала еще до того, как появилось тело человека. И по сути это означает, что прежде чем ваша мама забеременела вами, ваша нематериальная часть уже существовала в каком-то бестелесном виде. И кто-то даже пытался при помощи этой теории объяснить доктрину первородного греха, а другие — разнообразие способностей, с которыми люди рождаются на этот свет. Но вот идея предсуществования души занимала очень-очень важное место в философии Платона. И, как отмечено в ваших конспектах, эта идея занимала важное место в эпистемологии Платона. Эпистемология — это раздел философии, который изучает знание и связь между знанием и верой. Вот согласно точке зрения Платона, душа каждого человека существовала еще до его рождения. И вот, находясь в бестелесном виде, человек мог знать все. И как только эта душа вселяется в тело, ваша мама вами забеременела, то тогда вы забываете, или во всяком случае из вашего сознания стирается все то, что ваша душа знала ранее. И что это означает? Для Платона и для тех, кто следует его идеям, процесс получения образования во время жизни представляет собой не что иное, как процесс воспоминания, восстановления тех знаний, которые уже были у души до того момента, когда разум соединился с телом, и человек забыл все, что знал. И, по сути, человеку приходится преодолевать препятствия воплощения того, что он оказался в теле. Ибо именно это вынудило человека забыть, во всяком случае, в своем сознании, все то, что он знал ранее, будучи бестелесным. И, как я уже говорил ранее, это не означает, что материя и тело человека по определению злы. Однако, я думаю, вы понимаете, почему многие сторонники этого представления в той или иной степени отзываются негативно о физической материи и могут даже сказать, что физическая составляющая природы человека в действительности подавляет способности более возвышенной составляющей,
нематериальной составляющей, и именно поэтому человек не достигает всего того, чего бы он мог достичь. Да, Питер. Насколько осведомленными были души в период предсуществования? Были ли они всеведущими? Что ж, в работах Платона вы не найдете конкретного объяснения, но создается впечатление, что души знали практически все, что можно им было знать. Во всяком случае, все то, что необходимо было знать человеку во время земного странствования. Поэтому так желателен доступ к этим знаниям для человека. Кроме того, души обладали не просто знанием, но точным знанием. Потому что когда душа полностью отделена от тела, то вот физическая материя никак не может стать на пути, не может помешать точно знать все, что можно знать. Хороший вопрос. Есть еще вопросы относительно этого взгляда. Очевидно, что этого взгляда придерживаются те, кто верит в реинкарнацию. Однако ничего подобного вы в Писании не найдете. Но во всяком случае, это возможное объяснение, которое было предложено некоторыми людьми, чтобы ответить на вопрос, как человек получает свою нематериальную сущность. Второй подход описан у вас в конспектах на странице 48, и это теория Биркауэра. И мы с вами уже говорили о подходе Биркауэра к пониманию онтологического устройства природы человека. Поэтому то, что он говорит по этому поводу, вполне для вас предсказуемо. Он говорит именно то, что вы и ожидаете. Когда поднимался вопрос о дихотомии, трихотомии, то Биркауэр говорит нам о том, что раз Писание не раскрывает этот вопрос, то и он не будет пытаться его раскрывать. И если бы вам удалось отвести его в сторону и спросить наедине, ну что же на самом деле вы думаете по этому вопросу, то он повторил бы вам то же самое. Он сказал, Писание ничего не учит по этому поводу, поэтому и я не буду учить. Писание лишь подчеркивает способность человека строить взаимоотношения. И это все, что мы можем сказать. Мы не можем дать ответ на вот те вопросы, которые задаются. Мы не можем найти ответ в Библии. А гадать и спекулировать Биркауэр не хочет. Он не пытается высказывать предположения, основанные на философии или социологии или биологии. И поэтому те возражения, которые я высказывал, когда мы с вами обсуждали мнение Биркауэра по поводу различных теорий онтологического устройства природы человека, они применимы здесь. Что-то мы можем сказать на основании Писания относительно онтологического устройства природы человека. Неправильно говорить о том, что сказать нам совершенно нечего. Позиция Биркауэра в этом плане представляется безосновательной. Что ж, пожалуйста, вопрос или замечание по поводу позиции Биркауэра. Что ж, тогда мы переходим к странице 49. Ваших конспектов. Есть еще два наиболее распространенных взгляда на этот счет. Эти взгляды доминировали в истории церкви, и один из них — это креационизм. И заметьте, что это не тот креационизм, о котором мы обычно говорим, когда рассматриваем теорию эволюции. Согласно этому представлению, утверждается, что материальная составляющая передается человеку от его родителей путем биологического размножения. И вот в какой-то период между зачатием и рождением Бог уже творит
не материальную часть человека, а именно душу, и вселяет ее в физическое тело. Когда точно во время беременности это происходит, никто точно не знает. Но именно так человек приобретает, согласно этому взгляду, свою нематериальную часть. Что ж, вы видите на 49-й странице, внизу страницы, а также в начале страницы 50, некоторые аргументы, которые приводятся в защиту этого взгляда. В истории церкви были богословы, которые считали, что вы неминуемо должны придерживаться этого взгляда, чтобы сохранить веру в безгрешность человека Иисуса Христа. Если вся его человеческая природа происходит от его родителей, а вернее от его матери Марии, то это означает, что он получает от нее не только свое физическое тело, но также и нематериальную часть. И несмотря на то, что Мария была благочестивой, замечательной, богобоязненной женщиной, тем не менее она была грешницей, как и все мы. Поэтому неминуемо в этом случае Иисус Христос родился бы во грехе. Но мы знаем, что этого не может быть. Поэтому те, кто придерживаются креационизма, говорят, креационизм должен быть верен в объяснении происхождения души, ибо в любом другом случае Иисус Христос имел бы человеческую природу, которая была бы заражена грехом, так как он всю целиком свою природу получает от матери. Что ж, в ответ на этот аргумент можно указать на одну проблему, которая остается нерешенной. Потому что даже в том случае, если душа Иисуса Христа была особым образом сотворена, так же, как были бы сотворены и наши души, если креационизм истинен, то когда наша нематериальная часть объединяется с нашим физическим телом, то образовавшийся в этом случае человек оказывается виновен в первородном грехе. И тогда встает вот такой вопрос. Если нематериальная часть человеческой природы Иисуса Христа представляет собой особое творение Божье, то хорошо, оно сотворено нравственно совершенным, но затем оно объединяется с морально несовершенным телом, и то же самое происходит со всеми остальными людьми. И вот из-за этого объединения каждый человек рождается, как учит этому Писание, с первородным грехом. И тогда вопрос, почему эта участь минует Христа? Почему ему не передается первородный грех? И мне представляется, что придерживаетесь ли вы позиции креационизма или позиции традуционизма, то вы неминуемо вынуждены будете объяснять проблему, связанную с христологией. Если мы получаем все, как нематериальную составляющую, так и материальную, от своих родителей, то это объясняет, почему мы рождаемся с первородным грехом и почему у нас греховная природа. Но если Христос подлинно человек, то получается, он оказывается в такой же ситуации. Если наша нематериальная часть представляет собой особое творение, то ведь тогда, когда она объединяется с материальным телом, образовавшийся человек оказывается виновным в первородном грехе. И представляется, что такая же участь должна постигнуть Иисуса Христа. И что же нам на это сказать? Неужели Христос воистину безгрешен? И понятно, что с этим мы спорить не будем. Писание очень ясно об этом говорит. Писание учит, что Иисус Христос не совершил ни одного греха, и также Он никоим образом не может быть виновен в первородном грехе. Как же Он смог остаться чистым, не запятнать себя греховной природой, которую имеем мы? И единственное, что мы можем здесь сказать, что Бог совершил некое чудо, чтобы сохранить Иисуса чистым, чтобы он не был запятнан ни первородным грехом,
ни греховной природой и ничем греховным, в отличие от всех нас остальных. И что это означает тогда для креационизма и традуционизма? Означает это следующее. Ни одна из этих теорий не имеет преимущества перед другой, потому что и в том, и в другом случае мы должны согласиться, что случай Христа уникален. И единственный путь сохранить его от греха, первородного греха, это сказать, что Бог совершил чудо. Либо Христос сохранил чудо, сотворив нематериальную часть природы Христа и соединив его с физическим телом таким образом, что грех не передался, и образовавшийся человек остался чист. Или если вы придерживаетесь традуционизма, то вы говорите, что Иисус получил всю свою природу от Матери Марии, но тем не менее Бог каким-то образом совершил чудо и при этом не передался от Марии первородный грех, и Иисус остался чист от первородного греха. Выбирайте сами. Одно чудо, либо другое. То есть я хочу сказать, неважно, какого взгляда вы придерживаетесь, креационизма, либо традуционизма, решающим фактором не должен быть случай с Христом. Потому что обе теории нуждаются в чуде Божьем, чтобы мы могли верить в то, чему учит Писание, а именно, что Иисус Христос был абсолютно безгрешен и не совершил ни единого греха. Но есть и другие аргументы, которые выдвигаются в защиту креационизма и в защиту традиционизма. И вы могли сами с ними ознакомиться. Они все описаны в ваших конспектах на страницах 49 по 52. Я не думаю, что представляется возможным найти стих Библии или несколько стихов, которые можно было бы использовать в защиту той или иной позиции, чтобы при этом сказать, что вот Писание однозначно говорит о том, что истина именно вот эта позиция, а никакая иная. Я думаю, какую бы позицию вы ни выбрали бы, вам придется это делать на основании умозаключений. И вот именно это и есть тот подход, которого придерживаюсь лично я. Ибо мне представляется, что если вы придерживаетесь традуционизма, то вам, быть может, будет немного проще объяснить, как мне кажется, почему дети наследуют от родителей какие-либо психологические особенности или черты характера. Возможно, что это труднее объяснить, если вы придерживаетесь позиции креационизма. Кто-то может сказать, как мне кажется, ну, меня это как-то не сильно беспокоит, потому что на личность человека влияют не столько его родители, сколько то окружение, в котором он вырос и в котором он формировался. И причина того, что ребенок по своему характеру становится похожим на своих родителей в той или иной степени, не в том, что он произошел от них биологически, а в том, что он вырос в доме вместе с ними. Что ж, мне кажется, что подобный ответ так же вероятен, как и какие-либо другие ответы. Мы не можем сказать, что с психологической точки зрения невозможно, чтобы дети перенимали какие-то черты характера от родителей, благодаря тому, что они живут со своими родителями в одном доме. Хотя, я думаю, кто-то может возразить и сказать, что если взять ребенка от родителей, скажем, поместить его в другую семью, если кто-то другой его усыновит, и вот ребенок формируется совсем в другой семье, то все-таки в нем можно будет наблюдать какие-то черты характера, которые отсутствуют
у его приемных родителей. И поэтому можно задать вопрос, а откуда же берутся эти черты характера? И получается, что переданы они биологическими родителями. И вы понимаете, что этот аргумент можно использовать и так, и так. И за последние 5-10 минут я не сказал чего-то, на основании чего можно прийти к какому-либо заключению. И хорошая новость здесь опять в том, что вне зависимости от того, принимаете ли вы креационизм или традуционизм, вы можете себя считать евангельским христианином. Ни то, ни другое не относится к ереси. Если вы примете позицию предсуществования, то тогда да, вы будете в опасном положении. Но ни традиционизм, ни креационизм не поставят под сомнение вашу ортодоксальность. Хотя, быть может, вам зададут такой вопрос, когда вы будете вступать на должность пастора перед вашим рукоположением. Быть может, вас спросят об этом. Конечно, не ожидая подробного ответа, просто чтобы понять, знаете ли вы хоть что-либо об этом или нет. Что ж, а теперь, пожалуйста, задавайте вопросы. Или, быть может, вы хотите что-то добавить по поводу передачи нематериальной части человека. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Но если вернуться к рождению Христа, Христос все-таки получил физическую природу от Марии. Как могло так получиться, что природа Христа была безгрешной? Насколько уместно здесь объяснение католической церкви о непорочном зачатии Девы Марии? Спасибо, хороший вопрос. По сути, вопрос заключается в том, какое отношение все это имеет к учению Римско-католической церкви по отношению к Деве Марии. Потому что в обычном порядке она должна была передать Христу несовершенное тело. Насколько я понимаю, именно поэтому они пришли к доктрине непорочного зачатия Девы Марии. И поэтому они говорят, что от Девы Марии, неважно, креационист вы или традуционист, так вот, от Девы Марии уже не передается ничего греховного. Но опять же, речь идет о чуде, речь идет об уникальном случае. И совсем непросто понять, какое отношение все это имеет к остальным людям. Что ж, есть еще один очень интересный вопрос. И я не помню, чтобы кто-либо из богословов Римско-католической церкви его поднимал и давал на него ответ. Но помните, что Иисус не единственный ребенок в семье Марии. У Иисуса Христа был брат. И я никогда не слышал о том, что зачатие брата Иисуса Христа привело к тому, что брат Иисуса Христа также был лишен первородного греха, что чудо, произошедшее в случае со Христом, произошло и в случае зачатия этого брата. И что каждый раз, когда у Иосифа и Марии рождались дети, происходило то же самое, что и в случае со Христом. Но я не вырос в Римской католической церкви, поэтому, быть может, кто-то из вас лучше сможет объяснить этот момент. Да, пожалуйста. Римско-католическая церковь учит, что у Марии и Иосифа не было детей после рождения Иисуса. Они говорят, что когда в Евангелии упоминаются братья Иисуса, то речь идет о сыновьях Иосифа, рожденных до брака с Марией, и используемое греческое слово, на их взгляд, допускает такое толкование. То есть речь идет о сводных братьях, но не о родных. Что ж, спасибо за разъяснение. Оно действительно многое помогает понять, хотя с этой позицией можно и поспорить. И я думаю, в этом споре католики проиграют. И дело не в том, что это слово не может означать двоюродных братьев. Просто это не то, о чем написано в Евангелиях. Хотя это одно из возможных объяснений. Да, пожалуйста.
Да, именно так они объясняют, указывая при этом, что слово «брат» может иметь значение дальнего родства или усыновленных братьев. Они считают, что Иосиф умер сразу после рождения Иисуса. И Мария просто не могла иметь других детей. А братья – это двоюродные братья, не братья по крови Иисусу. Таким образом, они защищают Деву Марию, ставя ее на особый пьедестал. Но означает ли это, согласно богословию Римско-католической церкви, что хотя бы в теории, если бы Мария родила еще детей, то и они бы родились без первородного греха, так? Или они об этом даже не задумываются? У Марии просто не было больше детей, точка. И так было определено заранее Богом. Хорошо, спасибо. Это помогает многое разъяснить. Когда вы не знаете ответ, самое простое, что можно делать, это мусолить тему, если так можно выразиться. Потому что, как мне кажется, именно это и происходит. Да, пожалуйста. Они также говорят о том, что их выводы основаны на церковной традиции. Они утверждают, что именно так считали и так учили отцы церкви. И именно поэтому мы в это верим. Несмотря даже на то, что это не очень согласуется с Писанием. Очень хорошо, спасибо за все замечания. Спасибо особенно Кристоферу за то, что он поднял этот вопрос. Может, есть еще какие-либо вопросы, которые вы хотели бы задать? Или есть какие-либо замечания? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.